Всем приятной жизни, с вами психиатр, и мы продолжаем играть во Fallout 2. Так, ну что, поехали следующую, попробуем пройти гоночку. Вот. На той же машинке. Что ее расколбасило-то? Так. Так. Ну да блин! Твою мать, я не делаю ничего. Третий. Кстати, у нас там, блин, буквально доля секунды была. Да, вот, смотрите. Вот, могли вторые. Так. Четыре косаря у нас. 800 точнее. Ладно, поехали дальше. Попробуем. Не посмотрел я, кто там на первом. Thank you.
А я тебя. София Мартинес на пятом, Райк Артура на втором. Райк Артур, да как на втором-то выперся. Так, денег нам что-то не дают. Так, и вот, психиатр Джей Уокер у нас соперник главный, получается. Понятно. А я массовочку свою получаю. Видите ли. Фак, ну давай! Я
отвалим. Были, блин. Сменили. Да, при условии, что я приеду в камеру. Вторые мы в итоге приезжаем. Вот, ну это, я так понимаю, победа. Джек Бентон там на первом месте. Так, и 24 очка. Блин, надо посмотреть, Джейсон он, что ли, Уокер. Человек тут один уже есть все-таки, Бентон. Или Джей какой-нибудь. Ладно. Где-нибудь позырю. Потому что у меня русская версия. Вот, я помню, ну, короче, я где-то видел, что, ну, я почему Софу называю Софой, потому что я видел, что в английской версии там не S написано, а София. Вот, а этого я не запомнил, чувака. Ух ты ж, сколько нам бабла-то дали. Так, а я не посмотрел, а нам машины открыли какие-нибудь новые. Да, нам, кстати, о, вино, хочу вино. Круто выглядит. Это хрень. Так, ну ладно, я пока не хочу тратить деньги. Ой, опять магазин нашел. Вот, пока что можно и на этом погонять. Тем более, что мы первые места занимаем. Так, и давайте посмотрим, что тут такое мне интересно. Так, ну допустим, на этой машинке. Ой, тут боулинг какой-то. Туториал боулинг. Забросьте тело водителя на дорожку для боулинга и сбейте как можно больше кеглей. Игра состоит из 5 раундов по 2 броска. Дополнительные очки даются за страйк и спэр. Блин, ну я в боулинг практически честно. Живу его. Ой, тут... Ой, тут... Ну ты ж как-то. Ш...
Чтобы увеличить угол броска, нажмите и удерживайте клавишу броска. Отпустите ее, чтобы выбросить водителя. Малый и средний угол дадут лучший результат. Не пересекайте ограничительную. Так, и он забрасывает на 15 градусов. В принципе. Изменяйте траекторию полета с соответствующими клавишами. Ищите, скорость будет падать. Нажмите клавишу броска перед соприкосновениями с кеглями, чтобы дать телу вертикальный толчок. Понятно. И он страдает. Да? Так, ну в принципе понятно. У меня так не получится. Стопудово. Ну давайте уже. Блин, а как у нас с этим фонтом? Ай. Ой. А как он на 15 градусов забросил? Блин, ну шо, ничего не упало? Ну они все покачались только. Финки, деваки. Блин, я не пойму, как он 15 градусов забросил. У меня на 30 он не долетает. Ну-ка, давайте. Повторим. Что это за говно? Ну не долетает у меня вообще. Блин, я 30 не грамм, вообще много. Да, блин, конечно, интересный. Все штуки, блин, сложные собаки. Еще мне нравится, там кто-то проходит, кстати, кто-то там. Блин, 10 это слишком. Хотя... Не, ну, кстати, это у нас лучший результат пока что. Бля, так может здесь нужно как раз наоборот, чтобы он прокатывался? Я уже не знаю. Может здесь так? Было 18 градусов. Так, ну в принципе нормально. 4-4. Так, ну я хотя бы понял, как здесь нужно бросать. Ой, ну мы вообще что-то в жопе. Чувак, здесь. Блин, ну почему они 10 сбивают? Ну что это за дом? Катись, катись. Ну что так слабенько-то? Ну попал, блин, в центральную кеглю и сбил всего две. Ну что это за... Ну честно. Я думал, если ты в центр попадешь, то ты собьешь все. Ой, много градусов. Бля, ну, кстати, нормально. Блин, ну, вот могли. Ну, падай, ну, нет. Стоит. Ну, она, блин, ну, чё она так качается? Ну, падай, сучка. Эх.
Шестые мы. Да блин, ну как там не страйки выбивают? Охренеть. У него 25 очков. Он же второй раз бросает. Как у него 25 очков не знает. Чудо говно. Блин, ну не сваненько. Блин, ну вообще одна кенли, охрененно. Ну понял я, ну можно мне это пропустить вообще? Я чувствую, я задолбаю. Ну, блин, ну я попадаю в центр. Ну, по краям остаются. Я не знаю, какое место, блин, здесь можно попадать. Блин, ну вот что вот это вот пройти, это нужно реально тренироваться. Не один час, я так думаю. Ну блин, ну пропустить не можно всю эту хрень. Блин, ну это уж не совсем, ну охрененно. То он, блин, не долетает, то он, блин, черт не знает как. Сейчас последнее место. Бля, еще три раза. Да ну блин, в этот раз вообще он говно. Ну что это за говно такое? В прошлый раз, блин, тоже кинул 26. Нет, блин. Вообще, блин. Блин, тут говно. Ну блин, четко забросили. Могли бы и страйк сделать. Блин, нам походу никогда страйк не засчитают. Блин, а третий бросок. Вон у них, блин, третий есть, сучки. Ну вообще охрененно. Это ж надо в два раза больше с лишним набрать. Ладно, ребята, я тогда на этом выпуск закончу. Большое вам спасибо за то, что посмотрели. Подписывайтесь на канал. Получайте удовольствие от жизни. А с вами был Психиатр.